и вниманию любознательных словочан. Хотим обратить ваше внимание, что если вы хотите быть в курсе всех самых важных и интересных новостей и событий в Славутиче, узнать об этом первыми мы рекомендуем, подписавшись на наш канал YouTube «Славутич _Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич». Короткие новости, тизеры выходят здесь даже раньше, чем по телевизору. А кроме того, после выхода телевизионной версии новостей буквально через несколько часов их можно увидеть на нашем YouTube-канале или Фейсбуке. Кроме того, рекомендуем сообщить об этой информации и своим друзьям. Вместе будет веселее. Подписывайтесь, и вместе мы пойдем еще быстрее. И, возможно, уже ближайшие прямые эфиры вы будете смотреть сразу и в интернете, и на нашем канале. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Славутич _Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич». Будем делать новости оперативно и вместе. И в качестве примера полную версию победы славутических футболисток в 1/8 финала вы увидите по телевидению в 19:00 в пятницу. На YouTube-канале она появится в пятницу в 19:30, а на Фейсбуке только в субботу.